Шрила Прабхупада очень много внимания уделял важности изучения его книг, и мы также видим, как много бессонных ночей он проводил, чтобы дать так много ценного через его комментарии. И если мы очень искренне изучаем эти книги, то значит, они действительно ценны для нас, и то, что сделал Шрила Прабхупада. Это очевидный факт, что Шрила Прабхупада будет доволен нами. Нет никакой-то супернауки, сверхглубоких объяснений, чтобы увидеть, как Шрила Прабхупада может быть нами доволен или как получить его благословение. В материальном мире мы видим, как какой-то известный писатель, когда публикует свою книгу, ее начинает читать много людей, и этот человек автоматически становится счастливым от этого и радостным. И когда Шрила Прабхупада говорит нам, что он будет очень счастлив, если мы изучим его книги, чтобы мы могли стать лучшими преданными, чтобы наш путь обратно к Богу был прямым, и тогда мы, когда мы посвящаем себя чтению его книг, как вы можете говорить, что Шрила Прабхупада нами недоволен? А когда Шрила Прабхупада счастлив, мы автоматически получаем все его благословения.